Напомню, что Совет депутатов Одинцовского округа был избран 21 апреля 2019 года. Спустя 5 лет пришло время сложить полномочия. 59 заседаний и почти 800 принятых решений. Работа была плодотворной и на этом не заканчивается. Будет продолжена новым составом, а его выберут сами жители в ходе осеннего голосования. Избирательных округов у нас 6. По каждому будет разыгрываться 5 мандатов. Еще 10 депутатов избираются по единому партийному списку. Весной кандидатов от партии «Единая Россия» поддержали жители в ходе предварительного голосования. Теперь их поддержали коллеги-однопартийцы. На конференции «Тайна» делегаты выдвинули 46 претендентов. Предлагаю выдвинуть кандидатов в следующем составе. 5-мандатный округ номер 1. Грабарчук Ирина Николаевна, Зимовец Михаил Олегович, Каратеева Ирина Витальевна. За 5 лет 1000 личных приемов и выездных встреч. Как отметил глава округа, партия «Единая Россия» – это сильная команда специалистов из разных сфер. Знают свое дело и шаг за шагом делают жизнь в округе лучше. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».